Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, что я хочу? Так как мне сказали, или я где-то прочитал, не помню, кто-то говорил, что сейчас в этой версии Пиксельмона, да, фосилы спавнятся кучей. Ну, как бы кучей они спавнятся, но они спавнятся кучей в этом, в океанах. То есть они уже вроде, не знаю, спавнятся или нет, они в шахтах, то есть в гравии, да, так как это было. То, что сказали, что они сейчас кучами просто-напросто спавнятся в океанах. То есть у нас же Ян вот тут, да, есть у нас что-то наподобие океана вот тут. И... Тут у нас как бы было что-то наподобие океана, да, но уже нету, так как... Я не знаю, можно ли это назвать океаном. Это, может, нереально большое озеро. Может, и так сказать. Тут у нас тоже что-то озеро. Чик его знает, ребята? Давайте-ка мы вот сюда тпхнемся. То, что действительно сказали, что куча вот этих фосилов спавнится теперь в океане. Ну, давайте проверим. Проверим, действительно ли это так. Если спавнится в океане, то будем мы... В принципе, вот там, да... Искать фосилы. Так, давайте посмотрим, какие там координаты. Минус 100, 1000. Так. ТП, минус 175. Ах, ты ж зараза. Вот ты меня отвлек, Magikarp. Ну ладно, если ты так хочешь, так заспанился. Мы сейчас к тебе быстренько прибежим. Прибежим. Где ты, зараза? Так, ищем. Вот он. Отлично, можно выбираться. Ну чё, давайте, если спанитесь, ребята, то уже прямо сейчас, чтобы потом опять не отвлекать. Вот тут еще такие нормальные уровни, можно, вот. Можно немного прокачаться. Так, сейчас. Так, еще там один, еще. Опять Magikarp, вы что-то не хотите мне дать телепортнуться? Что вы там от меня прячетесь? А можете туда тпхнуть, и там сразу 5 фосилов будет. Что-то они задумали за... Еще Шайни, да Фиру. О-о-о-о-о-о-о. Если эта зараза от нас улетит, хрен она улетит от нас. Фиру, не дам мы тебе... Да ты садись, что ты... Мотор заглох. Давай. Где он? Вот. Да сколько там боссов-то спанится? Там Magikarp был. Ты нам сорвал. Вы, короче, нам срываете путешествие, ребята. Да попади ты, зараза летающая. Вот вы капут. Эту заразу хрен словишь. О, сам напал. Вот хотел сказать, ну ладно, сам напал еще лучше. Вот куча боссов там понаспанилась. 48 уровень, ух, я даже не знаю. Давайте в Венозавра, у нас уж... ладно, не получилось. О, ладно, давайте. Так, сейчас, давайте Лайрона попробуем. Главное, чтобы не убил. Так, давай, потихоньку. У нас же есть Спиро... Нет, кто у нас там есть? Пиджи и Шайни вроде. Пиджи... Да, у нас вроде Пиджи есть Шайни. Фух, откапут, не дадите мне туда тпхнуться. Уже и куча там боссов понаспанилась. Мы за тебя Фир... О! Отлично, хотя бы вот так тебя словили. Отлично. Еще один Шайни, ребята. И сейчас куда я хочу? Да, а нафига я на него сел? О. Кто там у нас? Электробас. Ух ты ж. Вот тебя нужно убить. Тебя мы убьем сейчас. Так. Отлично. И еще раз. Отлично. Что там выпало? А, ладно. Сейчас это вот сюда. Ну чё, больше никто там не спанится. Если спанитесь, то давайте. Чтобы потом не отвлекать меня. Все, никто.
Никто? Ладно, все, можем тпхаться. ТП, ух, я уже и координат забыл. Уф. Так. 175 020 вроде. Да. Ух ты! Сулрок нет. Ходишь. Сулрок. Так, значит, вот сюда. Где у нас в земле, в земле, в земле. Значит, туда мы долго будем рыться. Давайте же сразу лучше на Одиша. Одиш, Одиш, Одиш. Вот ты, вот ты, вот ты. Да. Да, да, давайте уже. Вот, наконец-то. Ах, ты ж. Отлично. Ух. Ладно, на этого. Кто там? Солрок, да. Ну, не будем мы туда идти. Давайте лучше мы покушаем. А, не, еще покушаем. Пока мы сюда пришли, уже сейчас темно будет. Тут капут. А, ну и так нужно было себе шлем сделать, хотя у нас даже зачаровали нет. Ужас. Вот для таких случаев. Сейчас. Если мы, ребята, сейчас найдем один фосил, мы немного поплаваем, да? Если мы хотя бы найдем один фосил, то мы сразу себе делаем зачаровальню, сразу себе сделаем алмазный шлем или какой-то. И сразу идем, в принципе, плавать, да, так как можем. Где у нас факелы? Вот. Можем же еще как бы найти, да, потом. Покемонов. То, что как мы тут что-то увидим? Никак. Воу, давай. Вот. А без шейдеров не лучше будет? О! Сейчас мы попробуем, ребята. Нет, еще хотя. Фосил, не фосил, а грави уже намного лучше видно. Охренеть, тут что, все с грави. Вот, так получше. Охренеть, да тут столько гравия, ребят, тут нужно все смотреть. Тут действительно до хренища просто гравия. О, да чё ты, да я же. Во. Чё-то я думаю. Охренеть, а чё, в этой версии тут все с гравия? Если это действительно все с гравия, то конечно тут будет спавниться куча вот этих. Ну. А чё оно светится? Если это действительно все с гравия, то, конечно, тут будет, мне кажется, куча фосила, потому что, в принципе, столько гравия это. Хотя я не знаю, что. Нужно все-таки шлем, а то вот так каждый раз это. Смотрим, что тут. Подводные, как это называется, когда под водой? Аквалангисты или. Ну да, что-то такое. Погружение там в воду, да. Только мы без ничего погружаемся, а просто вот так, да. Конечно, это, можно так плавать, искать гравий, но. Так, если вот так каждый раз воздух набирать, то это, конечно, не очень будет. Потому что это долго. Вот так. Немного проплыв, да. И идешь. Воздух себе набирать. Ну, конечно, я вижу, что тут просто нереально куча вот этого гравия, но. Если вот так каждый раз, то. Там все пониже и ниже можно спуститься. Вот, тут вообще. Так, нужно смотреть, просто темно толком. Нифига не видно. Смотрим, вдруг. Конечно, мне кажется, лучше себе сделать все-таки шлем.
Да и все, потому что это так не дело тоже. Тут реально просто куча вот этого. Гравия? Тут все с гравия. Не знаю, пока что я еще ничего не нашел, хотя уже нормально так проплыл. Фух, конечно, если бы у нас был шлем, мы бы уже, наверное, и нашли что-то, может. Если бы было повиднее, да? То есть, если бы не было так темно. Ну, конечно, это же под водой, да? Смотрим, смотрим, смотрим. Так, опять воздух. Опять дальше поплыли. Но я не знаю, ребят. Не знаю, может ли тут быть фосил. Но я думаю, что да. Так как действительно тут просто куча этого гравия. Ну, для этого действительно нужно шлем, потому что вот так это очень тяжело. Каждый раз воздух. Нет, ребята, давайте отсюда выбираться. Действительно, это будет очень долго так, если мы будем. А, кто находил фосил, действительно, ребят, напишите, где вы его находили, в воде вы его находили или где. Потому что действительно, я где-то прочитал, что писали, что сейчас фосилы как бы в воде, да, спавнятся. Да чё ты? Ты чувак, чё-то какой-то, ладно. А, если действительно, да тьф, ты ж. Если кто-то находил фосил, то напишите, ребята, где и действительно можно ли найти фосил в этом, в океане? Спанится ли он там? Эх, ну что, давайте домой. Ночью бегать неохота. Так. Я говорю, ребята, если действительно фосил спанится в океане, если действительно кто-то его находил в океане, да, можно было на босса пойти, хотя... А, он еще там. Поэтому... Ну, чё поэтому? Если действительно кто-то находил босса в океане... Какого босса? Чё я вообще... Говорю, если действительно кто-то... Сейчас. Не дадут мне, дайте покушать. Если действительно кто-то находил фосил в океане, ребята, напишите. Тогда действительно мы себе сделаем шлем. И просто-напросто пойдем в океан. И его там будем находить фосил. Ах, ты ж пропал. Пропал. Так, куда бы нам пойти? На джунгли, джунгли, джунгли бы нам нужны. Джунгли, дайте нам джунгли. Хоть маленькие какие-то О, джунглинята там маленькие какие-то. Так, чё там, кто там? Только не Мэджикарп. Только... Лучше бы, ладно, Диглет. Будь там, не будем мы его ловить, не будем убивать, не будем мы на него смотреть. Зачем? Вон у нас уже есть еще один Дуктрио. Ух ты ж. Ну чё, найдем джунгли? Не найдем? Как думаете, ребята? Я не знаю, что-то мне кажется, хрен мы найдем эти джунгли. Ну, не то, что хрен мы найдем эти джунгли, да даже если мы их найдем, то, мне кажется, долго мы их будем искать. Еще одного босика. Еще одного там. Так, где ты, Мэджикарп? Вот. Magikarp. Отлично. Так, что выпало? Ладно. А это кто? Пиджиот. Так, тебя тоже можно убить. Где ты? 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 Вот. Вот так. Ладно. Ну да. Ну. Так, ладно. Так. И вот так. Отлично, отлично. Ух, два монстона.
Так, ну чё, ребята, полетели, полетели. Полетели куда-то мы... Ну да, в принципе, сюда тоже можно. В эту сторону. Ищем, ищем, ищем джунгли. То если, в принципе, найдем Мью... Ну, если хотя бы джунгли найдем, это уже будет нормально. Нет, нифига. Одни леса. Это кто? Спиру, спиру, лети, 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 лети. То в воду упадешь, опять. Так, где ты? Ух, еще мелче, не мог быть, Спиру. Ух, ты ж... Где ты, где ты, где ты? Вот, капут мелкий такой. Отлично, полетели дальше. Да, полетели. Ну давай. А куда мы, в какую сторону? Да, в эту сторону тоже можно. Ну дайте джунгли, джунглички какие-то маленькие хотя бы. Хотя бы вообще два дерева с джунглей. Пускай будут, да и все. Это что там? Ага, поке-центр. И опять горы. Что еще? Если не один лес, то второй. Если не второй лес, то горы. Если не горы, то пустыня. Если не пустыня, то тот еще один биом. Так, это кто? Пиджей? Диглет. Значит, сюда. Ну, давай, вот. Отлично. О, ультрабол. Ультрабол, ультрабол. Полетели в эту сторону. Да, ладно, не будем мы туда. О, как раз перед нами так заспанился. Ладно. Так, отлично. Полетели дальше. О, Чармандер, привет. Ты уже у нас есть, так что извини. В компьютере он у нас уже стоит, мы же его словили. Точно, ах, я забыл. Мы же еще даже зимний лес не нашли, ребята. Да, давайте подумаем, какие мы биомы еще не нашли. Мы не нашли джунгли, мы не нашли зимний лес, мы не нашли зимнюю биому, мы не нашли глиняную биому. Здесь половину биом мы еще не нашли. Офигеть. Если, конечно, вот так, как сейчас, везде будут нереально большие леса, за большими лесами еще одни, а за еще одними еще одни. Да куда ты падаешь? Да взлетай ты. Чё ты тормозишь? А если за теми лесами еще будут опять вот эти, потом опять... пустыни, потом еще что-то, потом еще что-то. Конечно, мы так джунгли не найдем. Мне вообще интересно, они хотя бы заспавнились на этой карте. О, динозавр. Конечно, вот там еще один был. Че? Капут, сколько цветов? Офигеть. Ну че вы, джунгли? Я говорю, если один лес, сейчас второй лес. О! Абра. Это Абра? Нет, не Абра. Абра. Так, ладно. Я думаю, убьем... Хотя я не знаю, убьем ли мы ее с одного удара. Ну... Ну чё ты бьют? Да ты ж. Ладно. О, там еще шайни. Это кто у нас? Спиру. Да, Абра, шайни.
Спиро или Кадабра Шайн? Да, дайте под Пикачу. Да ты только не трать время, а то сейчас еще Кадабра пропадет. Конечно, было бы лучше, если бы было Абра, но все же. А вы что прикалываетесь? Вот сейчас, когда я к Шайне бегу, нам все подряд будут нападать. Ух, Кадабра, 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 если... А как она вообще? Ты чё прикалываешься, зараза? Ладно, Пикачу и Капут. Как раз, так, тогда нужно нападать, когда я за Шайни бегу, да? И пока я тебя убивал, и там еще то уже Шайни пропал. Ладно. Полетели дальше. За Пикачу. Кто там на меня еще напал? Пикачу и Сивадл вроде. Вот. Убили мы, конечно, вас с одного удара, да, но если бы не вы, то... Может бы еще и успели напасть на Кадабру. Шайни. Может бы еще и словили, не знаю, но... Не знаю. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. О! Вас можно убить. Я, ребят, ну, в принципе... Я не знаю, заспавнились ли вообще тут эти биомы. Джунгли. Чё... Так. Так. И вот так. Еще ультрабол, ультрабол, ультрабол. Вот еще один. И вот так, отлично. Фух. Капут. Говорю, джунгли тут даже нету, ребят. Они просто не заспавнились. Забыли заспавниться. Так же, как и зимние биомы. Или тут просто, я говорю, это такой материк. Вот, смотрите, нереально большой материк, где только леса. Вот. Чё-то карта заглючила, и походу на этом нереально большом материке только леса и позаспавнились, да? Тут у нас идет небольшой второй материк, хотя, не, да, что-то такое, тут позаспавнились только пустыни и вот те леса. А сейчас где джунгли? Фиг его знает. Я говорю, такое чувство, что что-то там не заспавнилось, да? Чё-то там забыло заспавниться, и заспавнились только... Вот эти, куча лесов, да, ну, по идее, джунгли тоже леса, да, но все же. Заспавнились вот такие леса, и все, и больше ничего не заспавнилось. Ну, давайте, поищем опять. Фиг его знает, будет ли вообще тут леса. Я конечно, все понимаю, да, да. Стантлер! Сейчас. Голбат, вот сюда, да? Стантлер? Стантлер? Да тут еще один, да? Там... Стантлер, Стантлер, Стантлер. Это же вроде такой, более-менее редкий покемон. А, дайте мне этого Стантлера убить. Главное быстро опять сейчас не клацать, а то... Стантлер, 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 где ты? Где ты, где ты, где ты? Вот он. Винозавр, давай ты. Давайте попробуем. Ух, нифига себе, сколько тут всяких болов у нас. Стантлер. Написали, что это действительно такой редкий покемон. Отлично, словили мы его, в принципе, так нормально. Фух. Так, это давайте-ка вот сюда. Опять полный инвентарь. И опять не нашли мы ни джунгли, ни фига. Ладно, давайте идемте домой, ребята. Здесь вот так. Еще там кто-то. Голбат, он же вроде... Уху, Капут, чё-то я как-то даже не увидел. Он вроде в земле или нет. Не знаю, ладно. Ребят... Ребята, ребята, я так думаю, давайте на этом уже, наверное, закончим эту серию. Может, поспать еще? Или давайте еще сначала, что тут у нас есть? Это все выложим вот сюда. Шапки вот эти все. Это отлично. И сюда. Вот
это все. У нас еще там куча. Сейчас. У нас еще тут куча. Мы сейчас можем себе сделать. Мы себе еще сможем сделать 20 ультраболов. Так, сейчас. Да давайте-ка мы желтые сейчас соберем. Желтых. Точнее, черных там немного больше, чем желтых. А почему 18? Тут что, не 20 штук? Сейчас. Тут у нас... Давайте, в принципе, это тоже соберем, чтобы просто-напросто посмотреть, сколько точно у нас. А то можем один пропустить. 26. 36, 18. Ну, в принципе, да, нормально. В два раза больше. Кто там? Голбат. Нет. Так, вот, ребята, уже почти что уголь и закончился. Действительно, нужно будет потом сходить в шахту. Давайте, хотя нет. Давайте, в принципе, ребята, на этом уже закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.